Урочисте закриття другого форуму класичної музики відбулося у городському центрі культури. Під час фінального концерту у виконанні Гомельського симфонічного оркестра аматори високого мистецтва почули запальні і неповторні латиноамериканські ритми. У гэтый вечер оркестр выконывал классичные композиции под кіраўніцтвам першага сакратара посольства Боливарианской республики Венесуэла у Республіцы Беларусь Херарда Эстрада. Гэта даўні сябар творчага калектыву, які неаднойчы выступаў з гомельскімі музыкантамі на одной сцэне, якому шчыра падабаецца горад над сожам. У нас ёсць старая дружба. Я гаварю о нашы героі Франциско Міранда, які 200 лет назад был, можна считаць, как первый венесуэлец, который был в этой земле. И поэтому для всех нас из Венесуэлы Гомель – это особенный и любимый город. Форум класичной музыки – масштабная и знаковая культурная подія для Гомеля и усяго региона. Жыхары и гости областного центра смогли принять удел у цікавых майстер-классах и творчих сустрэчах с белорусскими музыкантами. Яны отримали асалоду от серы яскравых видовищных концертных программ, які демонстрировали музычную спадчыну інших краин и народов. Мне кажется, что всем нравилось и приходили люди, особенно еврейский концерт собрал много посетителей. Мне хочется, чтобы молодежь, конечно, приходила, но пока что это старшее поколение. Но мы все делаем для того, чтобы максимально разнообразить нашу программу и чтобы это было интересно и для молодых. Организаторы маюць намер проводить гэты музычны форум и далей, бо классичные творы не смяротны и цікавасць до их не губляется. Яе только необходимо подтрымливать проведением подобных культурно-осветницких проектов. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».